Что случилось, Плюшка? Мне приснился страшный кошмар про НЛО. Девочки, что у вас случилось? Плюшка говорит, что ей приснилось большое НЛО. С Плюшкой НЛО не бывает. Девочки, посмотрите, что там в небе. Что там с Плюшкой? Я же вам говорила, девочки, что мне приснился ужас, а это все в реальности. Ох, да-да-да, что же делать, он летит прямо к нам. Я думаю, Ника нам сейчас поможет с этим разобраться. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал Ника Кит, ставьте лайки и давайте смотреть, что же это такое. Всем привет! Мы сегодня будем открывать капсулу. Капсула, появись! У меня капсула розовая, луковь, конфетти. Капсула секретного послания. И там кот. Ну какая же там девочка? Там куколка вот такая. Фуэнзет. Yes. Ее имя. Ну потому что она такая с черными волосами и фиолетовыми. А перед тем я открою капсулу, подпишись на канал, поставь лайк. Тебе легко, а мне приятно. Я вам расскажу, как ее открывать. Там код. Чтобы открыть легко, потому что там код. А вот шарики сестренки, это тяжело открывать. И большие тяжело открывать. Ну что, начинаем? Еще молния где-то. Большая молния. Это очень долго. Вопросный знак. Вопросный знак. Мы его открыли. Вот и линза сама. Она должна бы самой. Она... Я же хотела... Здесь новый слой. У меня новая куколка. У нас здесь Моня видит звездочки. Интересно, что под этим слоем? Мне, наверное, такая попадется или такая. Такая или такая. Может, вот та-то. Пусть нам это попадется. Видите, у нас такой кружочек у нее. Давай посмотрим, что скрыто на этой. Goodbye написано. Goodbye, doll. Открываем звездочку молнию. Какой же у нас там? Вот так, о. Интересно, что там за куколка? Где? Тоже наклейка. У нас там цирк, стрелка, плюс облака. И написано на подсказке. На вершине горы. Остается посмотреть свой. Давай открывать. Коды. Вкладыш. Подсказка. Куколка похожа на овечку с закрытыми глазами. Будем открывать замочки. Всем привет, я Ники. Немного помогу
открыть капсулу. Подскажу тебе, какие здесь коды. Вот. Шифры. Вот шифры. Сейчас я Нике помогу. Ну что, поехали искать первый код? Что ты первое хочешь открыть? Давай, будем подбирать код. Корона и бриллиантик. Что там? Пакетики. Так, пакетик. Это там для куколки аксессуары. Закрывай и переворачивай капсулу. Там тоже надо коды набирать. Набирай тучка и солнышко. А я нашла солнышко. Где же тучка? Кажется, я ее пропустила. Так, нажимай на кнопочку. Так, открылось отделение. Так, еще один пакетик. Теперь с другой стороны нам надо код открыть. Здесь набирай конфетку и абрикоску. Я ее уже нажимаю. Нажимай на кнопочку. Да, нажимай на кнопочку. Вот эту? Да. Вот. Открылось отделение у тебя уже, Ника. Да, а там еще один пакетик. Появился? Да, перед тем, как мы откроем куколку, мы хотим вам напомнить, что на нашем канале проходят конкурсы на шарики Лол. И на капсулы! Да, мы в скором времени разыграем капсулу. Так что участвуйте во всех конкурсах сразу. Появился. Да, Ника, а теперь нам осталось открыть кого? Куколку? Да! Это у нас кажется, что это овечка. Она в таком костюме? Да. Ну, давай подбирай там, где куколка, код. Сейчас код набрали, знак Пацифика и сердечко. Да. Нажимай на кнопку. Ура! Открылась куколка. Ты ее уже раздеваешь? Да. Да? Ты первую куколку решила раздеть? Да. И что это нам за куколка попалась? Да. Давай, раздеваю. Ты так сразу принялась за куколку и пакетики даже не открыла. Ой. Она голенькая. Да. Не будешь раздевать? Не буду. Какая красивая принцесса. Давай. Давай пакетики открывать. Так. Давайте начинаем. Шапка. Рожки такие. Здесь рожка. Она такая мягенькая. И пупыристая. Потрогай. Да ну. Ага, класс. А ну давай дальше открывай пакетики. Чтобы ей было там мягче. Удобнее. Фоник, наверное. Бутылочка. Один ботиночек. Один. И такой. Какие красивые ботиночки.
меня остался еще один пакетик. Это платье. Даже можно одеть на сестренку. Смотрите, какая у меня красивая куколка. Она будет где-то гулять. Давайте посмотрим, она меняет цвет или нет. Она не меняет цвет. Давайте ее наполним. Нет, там бутылочка ее. А что же она умеет делать? Она... Что она умеет делать? Стрелять из ушей. На тебя она стреляла? Да. Ну, стреляй. Ага. Вот такая красивая мне куколка попалась. Кстати, мою зовут куколку Столичная Леди. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Мокрая Куколка. Бай-бай, Мокрая Куколка. Девочки, что это за ужас? Ой, я и не знаю. Ждем, пока откроется эта дверь. Девочки, девочки, посмотрите, там же куколка Ло. Посмотрите, какая она красивая. Действительно, куколка Лол. Привет, девчонки! Привет! А ты кто? И почему ты не в шарике? А теперь нас больше не делают в шариках. Теперь мы в таких капсулах. Ничего себе! Вот это да! А как же тебя зовут? Меня зовут Биксити Биби. Будем дружить? Давайте передавать теперь приветы. Кэтру, привет! Тихон Артист, привет! Саша Ерхонов, привет! Котик Кирилл, привет! Галактиончики, привет! Друзья, а вам понравилось это видео? Тогда скорее подписывайтесь на канал, никаких. Ставьте нам лайки, вам легко, а нам приятно.